первой и восьми весовой категории. Затем состоятся финальные бои в тяжелой и супертяжелой весовой категории. Thank you.
мастер-спорт России международного класса Никита Иванов, Московская область, Хабаровский край. Никита 86-го года рождения, представляет спортивное общество «Динамо» и Центр олимпийских видов спорта Московской области. Занимается боксом 17 лет, провел на ринге 250 дней боя, одержал 223 победы, в том числе 48 побед в 50 международных боях. Он чемпион России 2009 года в Ростове на Дону. Финалист чемпионата России 10-11 и 12 годов. Финалист чемпионата Европы 2011 года в Анкаре. Чемпион Европы 2013 года в Минске. Тренируется под руководством тренера Смирнова и заслуженного тренера России Белоруссии. Чемпиона России завоевал Дмитрий Киволков.